Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский поздравил предпринимательниц, членов торгово-промышленной палаты с Международным женским днем. За чашкой чая они обсудили, как и чем сейчас живет бизнес. Каждый из присутствующих дам не только успешный предприниматель и руководитель, но и неравнодушный человек с активной гражданской и жизненной позицией. Вносит большой вклад в общественно-социальную жизнь Ленинского городского округа, организовывает замечательные масштабные социальные проекты, которые привлекают жителей. Глава муниципалитета поблагодарил бизнесвумен за работу и профессионализм, а также заверил, что готов всячески поддерживать предпринимателей в их благих начинаниях и далее. Нелегкую вы для себя миссию выбрали, потому что бизнес – это все-таки мужские такие игры, да, и законы там, ну, кто-то говорит какие-то там звериные, кто-то говорит акульи, на мир в душе, мирного неба над головой. Ну и обязательно вы же бизнесвумен, поэтому вот этого благополучия, успеха и денег, без этого тоже никуда. Затем глава округа Алексей Спасский и его первый заместитель Альберт Гравин вручили прекрасным дамам в честь 8 марта цветы и памятные подарки. Они первый раз уже приглашают, очень приятно. Мы вообще сами недавно вот тоже членами ТПП поздравляли главу, теперь наоборот. Очень нравится, что в Ленинском районе нашем очень такой вот мостик с властью налажен. И мы часто общаемся, и наши вопросы решаются, и у нас есть прям личное знакомство, взаимодействие. И получить подарок на 8 марта очень приятно. Бизнес-леди за чашкой чая смогли пообщаться и между собой, и обсудить возможные варианты сотрудничества. Мероприятие завершилось совместным фото на память.